Внешний вид артиста вызывает много вопросов. В 90-е имя Влада Сташевского было у всех на устах, а его песни «Любовь здесь больше не живет», «Я не буду тебя больше ждать» знал каждый. Однако сейчас жизнь певца, который когда-то мог позволить себе все, вовсе не такая яркая. Поклонницы артиста бьют тревогу и едва его узнают. В социальных сетях одна из фанаток распространила тревожное сообщение: «Влад Сташевский живет в полной нищете». В фан-аккаунте звезды 90-х под одной из публикаций появился комментарий, в котором девушка поделилась своими впечатлениями от случайной встречи с певцом, пишет Попкейк. По словам поклонницы, денег у Сташевского нет, бизнес прогорел. «Я видела недавно его у подъезда, ужас до слез, как он осунулся, постарел, ему, наверное, нечем кормить семью, не на стройку же ему идти работать», – посетовала взволнованная фанатка. Слова об отсутствии денег подтверждает и то, что не так давно супруга Сташевского запросила у журналистов 300 тысяч рублей за интервью мужа, передает РИА Фан. Это очень удивило издание, поскольку такие артисты, как Лев Лещенко или Филипп Киркоров, не берут гонорары. К слову, не так давно стало известно, что певец начал заниматься утилизацией жидких химических отходов. При этом Сташевский не забывает о сцене, иногда певец выступает на корпоративах и дает концерты.